2012 году законодатели не оставили нас своей заботой. Нам придумали много новых штрафов, много новых прямых и косвенных поборов. В 2013 году будет происходить все то же самое. Очень важно то, как мы будем с вами к этому относиться. Если мы считаем, что все нормально, мы с вами становимся серыми людьми. А дальше все по сценарию Стругацких. Вслед за серыми всегда приходят коричневые. Давайте постараемся, чтобы все-таки наше поведение к этому не привело. С Новым годом!